что было Опять пили весь вечер, а? Так, ну ладно, попробуем разобраться, что вообще происходит. Так, надо попытаться... Вот так, левый, правый... Так, вроде все пальцы на месте. Так, дальше, что у нас тут? Кто-то звонит, что ли? Ну, давай попробуем. Так, блин, ах, плевать на эту трубку. Я опять звонил босс и хотел, чтобы... Я сегодня не выходил, потому что я слишком пьян. Ну ладно, посмотрим, что у нас тут. Диск 1, дискеты. Никогда не любил эту больницу. 3 года, ну вставляйся же уже. На дворе 21 век, а мы до сих пор пользуемся дискетами. Так, значит, режем тут, там. Ага. Сердце, понятно, режем все. Ну, понятно, операция на сердце, все сделаем сейчас. Ничего, что мы пили, но без этого никак, все-таки праздники были. Так, ладно, медсестра, ты где? Медсестра! Так, медсестры, видимо, сегодня не будет. И сегодня буду работать только я. Так, ладно, ох ты, господи. Ребра, а? Так, ладно, судя по времени, 19:40. Зафиксируем, 19:40. Время, когда мы начали операцию. Так. Нам бы это все расколошматить к чертям. На. Нам же главное пересадить сердце. А все остальное уже будет задача медсестры, которой сейчас нет. Потом пусть сама зашивает, делает эти ребра. В общем, дальше ее будут заботы уже. Так, что-то я задел, по-моему, легкое. Плевать. Нам главное... Ох ты, черт возьми, какой фарш. Господи. Фух. Блин, это был... Не, ладно, выкинем этот дурацкий молоток. Так, поставим ему обезболивающее. Так, обезболивающее. Давайте прямо в ухо ему зарядим. Раз. Два. Так, все, вроде кровь мы прекратили. Фух, блин. Меня же уволят за это все. Так, знаете, мне кажется, тут надо навести порядок. Потому что оставлять так все вообще нехорошо. Еще скажешь, что я плохо работаю. Ох ты, господи. Так, ладно, это что, у нас легкое? Ладно, положим его пока тут. Так, это я даже не знаю, что прогулял, видимо, пока лекции были в институте медакадемии. Так. Блин, да что-то все так сложно. В этом гайде на дискете было все так просто. Ага, теперь-то все понятно. Вот тут уже больше похоже с картинкой. Больше похожести. Так, ладно, ничего, что мы с Бадуна. Сейчас мы с вами, ребят, произведем очень сложную операцию, да. Ох ты, что-то произошло. Что такое? Что за... Ах ты, блин. Такое ощущение, что белочка вернулась. Ладно, не беда. Типа, подождите, это вообще странно. Что происходит, да? Ладно, будем резать так. Не впервой. Режем вот тут. Так, режем. Что-то в таком состоянии у нас. Вот так, отлично. Осталось чуть-чуть вот тут. Бешеный доктор. Так. Вот. Отлично. Вырезали тут. Видимо, мы укололи себе укольчиком, и нам стало не очень хорошо. Давайте попробуем остановить кровь еще разок. Так, отлично. Это нам удалось. Да, я забыл сказать, что я веду реалити-шоу небольшое, поэтому я снимаю правой рукой, а левой рукой я произвожу опасные операции. Да-да-да, у меня есть даже свой канал на ютубе, я думаю, вы на нем и смотрите. Так, что-то все в тумане, а? Ох, как мы веселились-то, о, смотрите, зайчик, ха. Так, ладно. О, коза, да. Хардрок!
Так, блин, что-то я отвлекаюсь это от своих основных обязанностей. Поэтому давайте-ка мы попробуем пересадить сердце. Блин, да когда уже закончится эта белочка, которая на меня напала, а? Не надо было мне столько пить на работе. Ой, я проболтался. Не надо было мне столько было пить во время праздников, выходных. Да, к сожалению, медсестра тоже спилась. Да, отжарил я ее неплохо. И осталось нам, блин, надо вытащить весь этот мусор из... Как мы только потом будем приделывать обратно? Обратно будем приделывать легкие, я не знаю, абсолютно не знаю. Но я думаю, что у нас с вами все получится. Так, главное, чтобы все нормализовалось. Все нормализовалось, все было в норме, потому что сейчас, судя по всему, нас штырит очень хорошо. Блин, да что такое, а? Слушайте, а вы умеете шевелить одним пальцем безымянным? И при этом другие, чтобы не шевелились. А я вот могу, смотрите. Вот, вот, смотрите, как я могу. Так может только я и Брюс Уиллис. Ну, если кто-то тоже может, то ставьте лайки под видео. Узнаем хоть сколько человек может шевелить лишь безымянным пальцем. Блин, этот упоротый наркотик, он не отпускает меня? Ладно, придется нам так работать. Берем скальпель. Все в тумане, блин. Сейчас нужно отрезать все ненужное. Блин, что-то не получается у нас так. Эть, опять не удалось. Нам нужно, чтобы... Сердце не бьется, боже. Спасаем его. Укольчик. Укольчик. Быстрее. Так, мы поставили, нет? А, где укол? Укол. Укольчик. Так, отлично, взяли укольчик, надо сейчас ему зарядить дозу, а то же он умрет. Блин, да расставься ты. Ах ты, черт возьми, вот, отлично. Только ничего, что теперь мы распороли ему щеку, давайте посмотрим на это, как это выглядит. Не, ну ты не переживай, все будет нормально, вот, все, потрясли, круто. Инвайт, просто добавь воды. Так, мы взяли... Ой, сердце, боже! Оно выглядит как носок. Так, ладно. Сердце мы пока положим тут. И остается нам... так, чему же нам вообще учили в этой медакадемии? Нам нужно сердце, трансплантация. Так, почему все в тумане? Так, открывайся, коробка. Коробка не открывается. Врачи рисковали, везли это сердце бомжа, чтобы сделать операцию этому богатею. Так, да не закрывайся ты, черный. Так, взяли сердце. Ах ты, что-то меня вообще штырит, мужики. Осталось его припаять и все. Есть! Ура! Так, фух, закончился этот дурацкий день. В общем, мужики, это было сложно. Конечно, никогда не пейте после праздников. Точнее, во время праздников. В общем, не ходите на работу с бодуном. Но, увы, с моей-то работой смотреть на всякие...